А? Лосика? Даже пару. Так, надо ружьишко положить. Здесь. Он тебя хочет это, записку, денег, если будешь подниматься. Я сам найду, если я буду подниматься. Не надо, ну, приедешь, отдадим тогда деньги. А список, список, чтобы не забыть. Вот, может такой вариант быть. Тогда лучше давай деньги тебе. Да зачем? Начинаешь ты. Зачем? Кто там на вихре поднимался? Ну, Голик, который там живет, он на плане там таскает. Толян Голик? Поднялся? Как мы это? Значит, он снова спустился? Он спускался, сейчас опять пошел. Но он пошел уже все в конце, он там будет сидеть. Понятно. О, у тебя обновочки. Вот что значит. Ну ты понял, да? Да, да. Что там старый делает? Здорово. О, привет. Пока не чай попью. Ты все гречечку кушаешь? Гречечку кушаешь? Так, на память чего-то. Это история. Ничего, я-то вчера занимался баней. Ну, костяк этот сделал для стеллажей. Ну, чтобы выдвигался, чтобы мыть. А он сходил в лес. Один свежак видел, говорит, прямо вот еще мутное в луже. И двух рыбов, все. Рыбы тут кончились? Рыба нет, почему? На, значит, стоит у меня 4 штуки. И сотня какая-то мелкая, 3 штуки зашло, все. Вы все поснимали уже? А? Вы все поснимали? Конечно, а нихуя рыбы нет. Ну, в смысле, дети так ули, там по одной так. Там вчера в три рыбки попало, 10 детей. А на переметы нихуя, нуль. Вообще нахуй не берет. Один? А как ты думаешь, если вот, как помнишь, мы тогда с Серегой чистили, ну, защищать, попробовать? Еще рано. Пробовали? Рано. Рано еще? Воды, блядь, дохуя. Не, ну сетку не видно у меня, допустим. Воды дохуя. И что, поэтому не будет работать? Что? Она так будет смотреть. Сетка? А, сетка не будет правильно вставать. Она вдоль будет стоять. Пока, блядь, будет напрягаться, нахуй. Она вроде сначала поставит, а ее один тут положит. Вдоль берега еще рано. Спать надо ждать, да? Загон мы не рады не ставить. Ходили, блядь. После стороны попробовал поставить. Загон, если не лучше. Равно не было, все нахуй. А Коля где? Здесь? Да мы это, список составили, да у него еще 2000 с лишним. Я говорю, да все, может, Богдашка будет подниматься. И это... Куда? А? Куда? Ну он вроде как хочет. Нет? Ну значит с болотником отправит. На болотник собирайте их. Выясним, с кем-нибудь отправит. У нас тоже получается это. С овощами у нас проблема. Морковки нету. Такие. Ну там немножко отдал мелкую. Там еще молоко, блядь, и кефир еще. Может заберете? Так он отдал мне уже. Сейчас, я... что ли? Нет, тот раз еще. Да, сейчас да. Надо спросить. Там еще, блядь, молоко и кипел. Нет, там еще. Знаете, после пива, после бани стоите. Только не радуйся, да и безалкогольное. Ну после что? Бани попьете.
А что ты не до этого? Ну что, я домой его поворачиваю.